Ребята, всем привет! Мы продолжаем обзор на BYD Seal. В этом видео у нас будет тест-драйв. Проедемся в разных режимах, попробуем, как работает заявленная супермягкая подвесочка. Машинка уже охладилась. Ну что, поехали? Так, у нас версия на 700 километров, так называемая Long Range. Мотор здесь 230 киловатт. Что, будем пробовать ехать? Да, аварийку выключили. Это уплотнение имеет дальность 700 километров, а фактический тест может пробежать 650 выносливости. Уплотнение, с английского seal переводится как уплотнение. Сейчас кондиционер охлаждает, 1 киловатт хавает, вот мы стоим. 20 градусов. Этот автомобиль является заднеприводным автомобилем и единственным автомобилем BYD с двойной беспроводной зарядкой. Вау! А я? Крутяк. Ну, подвеска, я бы не сказал, что так, конечно, супер мягкая. Но разгоняется прикольно она так. Мне нравится. Работает в стандартном режиме, вы можете попробовать спортивный режим позже. Спортивный режим у нас включенный. Да, весело разгоняется. Камера, камера, камера. Ты хоть сняла? Вам бы микрофон, дамочка, сначала. Да, сейчас. Начнем наш тест-драйв. Сиденье реально как в спортмашине, так прям низенько. Так, посмотрим, как она у нас тут двигается. Так. О, Кригауди. О, сейчас я приподнимусь. Шикарно. Все, поехали. Так. Ух, тут место. У нас тут проекция на экран. Можно посмотреть скорость, ограничения по скорости и расположение в полосе движения. Он прикольно, он сказал только что голосовому помощнику поменять язык. И меня менюшка автоматом поменялась на английский. Никен Зайген Сяуди Шуэй Ся Хуан Ин Джон Вэн. Вэн, а что Вэн? Джон Вэн. Иван. Ня Шади. Ня Шади. Hello. 语言换成中文. 这个超出了小迪目前的. Ня Шади. 我在. 语言换成中文. 小迪很想帮你回答这个问题。普通话不标准。你好，小迪。Hello。语言换成中文。虽然现在我还不知道。你好，小迪。有点。语言变成中文。好的。稍等一下。有点尴尬。 Вот сейчас вижу на автоматом сразу, оп, и все поменялось. Так, прикольненько. Мне понравилось. Что, погнали? Погнали, так. Лиза, а, хала. Какая же. Та цэка боли с фанцы вайсен боли дайде. Хэн мэнзэ, зэ шатэн дэ сэхо. Та ян сайда дэ ха, та бухэй зэсэ дэ вэмэн рэн ти дэ. Мне очень нравится цветной экран. Ты не снимаешь, нет?
Мне очень нравится цветной дисплей спереди. В принципе, тогда не надо боковым зрением постоянно смотреть на основной экран. Для водителя тут вся информация. Карта, скорость, расположение, в принципе, все здесь. Потому что очень много других марок. Здесь ограниченные показатели, там скорость, обороты. А карта, все надо, остальную информацию смотреть на этом экране, и теряется фокус. В общем, погнали. Чинь-чинь. Мы на каком режиме едем на Биоджун? На стандартном. Не, стандартный. Тан-тан-тан-тан-тан. Разгоняется она супер резво, мне очень нравится, и тормозит круто. И очень мягко так педалька вообще нажимается, очень мягенько так. Она вот едет сама. Я убрала этот ноги, он настроил типа драйв, селф. Ю-ю-ю. Ну не рулит. Не рулит. Камера 360. Тогда мне напоминает какую-то игруху, прям, знаешь, как онлайн. Онлайн-игра. 21 век, хай-тек. Хай-тек. Green Energy. Green Motors. Короче. Я что-то думала, что у него есть. Сяопен тоже не паркуется, он только выезжает, заезжает, а сам он не паркуется. Мне нравятся сиденья. Сиденья, в принципе, жестковатые, но удобно по форме. Тебя прям так обтекает сидеть. Если там на поворотах, знаешь, тебя сдерживает, не штормит в разные стороны. Не понятно, фангома. Сяншиши. И знаешь, мне как-то... Какую-то корейскую музычку. Дыга шисян тол за мою. 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 Дыга шисян 人员伤亡或者什么的，他会直接拨打110，如果没有的话，或者是损坏的话，也会直接拨打110或者119，不自动报警的，因为他这个里带这个SOS嘛。嗯，嗯，она звонит сразу в службу спасения там. 看过了这个摄像头可以自拍？ 不行。也不行。 那个好像是不行的。 Сейчас, я ему сказала селфи наше сделать. Селфи. Лобан. Селфи. Селфи. Так что это машина для инста, блогеров. Блин, она до соточки круто разгоняется очень быстро. Все, мы соточку уже берем. Да, я же на базе. Да. Сейчас мы затестим шумоизоляцию, правда. О, а можем поехать еще попробовать, там были ямы, попробовать подвеску. Сейчас попробуем шумоизоляцию, сейчас попробуем разогнаться. Вот тут здесь особо и изолировать нечего, нет шума. Очень нравится этот замшевый вставочки. Очень красивый.
Так, сейчас я развернусь и попробуем закрыть наше окошечко, послушать, будут ли хоть какие-то изменения. Мне еще нравится все-таки, как она пищит поворотники, потому что мы когда пробовали дельфин, там как это, помирающий тюлень какой-то, помирающий этот, дельфин, я не знаю, мне не нравилось, а здесь вот так мягенько, плавненько, классика жанра, там, или дохлая чайка там помирающая, не знаю, что. Так, зарядочка только в этой модели, как нам сказал менеджер. Две беспроводные зарядки. Но почему-то мой iPhone не заряжает. Наверное, ему не нравится чехол мой. Да? Может, чехол мой не нравится. Погнали. А, все, он погнала зарядка. Теперь шумоизоляцию. Что, друзья, прокатились мы на Seal. Машинка классная, очень сильно напоминает CLP NP7 по езде, по рулежке, очень похоже. Подвеска мягкая, но, конечно, мы ожидали, что будет более мягкая. На лежачих полицейских она так хорошо отрабатывает, но я думаю, проглатывать будет конкретно, так как они заявляют. Мне лично понравились очень вставки в салоне из алькантары. Они придают, так если можно сказать, дороговизну машины. Смотрится машина более лакшери. Понравились сбитые спортивные сиденья. Очень удобная посадка. Фиксирует туловище и не носит из стороны в сторону при резких поворотах. Ребята, кто смотрел наш ролик с Сяопеном и вот наш новый ролик с BYD Seal, какая вам модель нравится больше? Напишите нам в комментариях. Ждем вас в наших новых обзорах. До новых встреч. Пока-пока.